знает всех жителей маленькой страны, на бал в честь наследного принца и повелевает оставить за воротами королевского дворца свои горести, переживания, печали, заботы, сожаления и мобильные телефоны. Во дворце сегодня праздник. Вы понимаете, друзья, какое это великое дело, праздник, порадовать людей, повеселить, приятно удивить, что может быть величественнее. Ведь сегодня во дворце на балу будут чудеса. Thank you.
никак не могут справиться с танцем. Золушка наблюдает за ними. Thank you.
приказано оставаться дома и выполнять самую грязную работу. Золушка осталась одна. Впервые за все время она заплакала от обиды и отчаяния. И как не плакать, когда все девушки развлекаются сегодня на балу во дворце, а она сидит здесь в лохмотьях, одна одинёшенька. Она вспоминает о своей матери, доброй и красивой.
стали играть, так все были поражены красотой незнакомой принцессы. Принц проводил ее на самое почетное место и пригласил танцевать. Танцевала она так хорошо, что все еще больше залюбовались ею. Thank you.
Принц поднимает крохотную хрустальную дверь. Она поможет ему найти таинственную незнакомку. Если это вы, то не оставляйте больше меня.
Если злой волшебник околдовал вас, я его убью. Если вы бедная и знатная девушка, то я только обрадуюсь этому. Если вы не любите меня, то я совершу множество подвигов и понравлюсь вам наконец. Скажите мне хоть слово. Нет, нет, это вы. Я чувствую, что это вы.
что вы пришли к нам в волшебную сказку. В концерте прозвучала музыка композитора Александра Гельмана, Роберта Шумана, Макса Регера, Франсуа Кукарена, Франца Шуберта, Антонина Дворжака, Рональда Глиера, Уильяма Сквайра, Антона Рубинштейна, Сергея Прокофьева и Рихарда Вагнера. В концерте принимали участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей Александра Максимова, орган. Ольга Макначева, виолончель. Ксения Антонина, фортепиано. Актер малого театра Федор.